Обратите внимание, что правильно надетая маска должна
должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, рот и подбородок. А вшитое крепление маски должно прилегать к крыльям носа. Васёк, иди сюда. Отойди, он. Лешик, у тебя что, батарейка села? Да. Лек, загрузился. У Олега батарейка села. Он заряжает свою батарейку. Да. Тут что ты решишь? Усадиться. Опа!
пойдем туда, повыше поднимемся. Пойдем, пойдем. Уважаемые пассажиры, убедительно просим не снимать маски с лица до завершения поездки. На территории канатной дороги действует строгий масочный режим. Мы рады приветствовать наших гостей на канатной дороге Мисхор-Айфет. Вы посетили самую живописную вершину Айфетринского горного массива. И теперь вам предстоит захватывающее путешествие на крыльях побережья, во время которого вы сможете насладиться великолепными видами Ялты и ее окрестностей. Верхняя станция канатной дороги Мисхор-Айфетри находится на высоте 1155 метров. В хорошую ясную погоду с ее смотровой площадки можно увидеть море на расстоянии до 130 километров. Некоторые даже утверждают, что с Айфетри видно турецкие берега. Но это всего лишь байка, сказанная ради красного словца. Когда вагон плавно выходит из станции, справа по ходу движения очень хорошо просматриваются знаменитые айфетринские зубцы. Бытует легенда, что именно здесь живет повелитель ветров. Правда, это и ложь, решайте сами. Со скоростью.
Готовим билеты у каждого. Вот свой билет. Входим на базу.